Теплая осень с яркими днями потихоньку сдает свои позиции. Октябрь и ноябрь чаще балуют нас дождями, чем солнцем. Но даже в такую погоду можно найти поводы для радости. Мы расскажем вам, как добавить красок этой осени. В эфире «Телегид. Покупатель всегда прав» и я, его ведущая, Лидия Шулаева. В этом выпуске мы узнаем, куда поехать отдыхать осенью и в начале зимы, где найти шикарные букеты с характером и куда отправиться за полезными мелочами для дома и дачи. Стоит ли прощаться с летом, если его можно продлить? Умеренное тепло, а может быть даже жару вам подарит правильное путешествие. Куда лучше всего отправиться в октябре и ноябре, а где идеально встретить Новый год, мы выяснили специально для вас. В октябре и ноябре тепло на Кипре. Хорошая погода ждет вас на тунисском острове Джерба. Как всегда, гостеприимна Азия, но один из самых оптимальных вариантов отдыха в октябре – это Турция. Здесь вам и комфортная погода, и невероятные скидки на отели высокого уровня. Тепло, нет влажности. В этом году вплоть до ноября люди бронируют Турцию. Можно отдохнуть в отелях в очень хороших пятерках, которые в сезон не укупить. Вне сезон очень достойные цены. Погода будет, купаемся, погоды не будет, идем в спа. То есть это замечательный вариант продлить себе лето за очень небольшие деньги. Если все же хочется чего-то более экзотического, то Bon Voyage вам предложит очень выгодные туры во Вьетнам, Эмираты и Таиланд. По этим направлениям открыты отличные чартерные программы с вылетом из Нижнего Новгорода. Появились и новые направления. Например, удобная чартерная цепочка на Шри-Ланку. На Шри-Ланке очень интересная экскурсионная программа «Долина Канди» и «Смини». Также пока по раннему бронированию любители Доминиканы, а у нас очень много любителей Доминиканы, очень хороший релаксовый отдых, можно отдохнуть как на Карибском побережье, так и на Атлантическом побережье. Можно 1000 за 60, за 70 вполне. Ранее бронирование – реальная возможность значительно сэкономить на путевках. Опытные путешественники давно об этом знают и приходят в Bon Voyage за несколько месяцев до планируемой поездки. Охватывает раннее бронирование практически все направления. Это и VIP-отели в Турции по очень доступной цене, и весенние круизы по Средиземноморью. Запланируйте отпуск на следующий год уже сегодня, и вы получите уникальную возможность за небольшие деньги посетить сразу несколько стран. Ну и плюсом – прекрасно провести время на комфортабельном лайнере. Где можно на 13 дней, там за 35-40 тысяч, плюс перелет, охватить сразу 3-4-5 стран. За небольшие деньги можно устроить трансатлантический переезд. То есть это тот период, когда перегоняются лайнеры со Средиземного моря на Карибы, и можно там на 18-20 дней где-то в 50 тысяч вложиться на круиз. Если вы не готовы загадывать на следующий год, то заботу о зимних праздниках дальше откладывать нельзя. Вы уже знаете, где встретить Новый год? Салон путешествий Bon Voyage предложит вам множество вариантов для праздничного отпуска. Это и рождественская Европа, например, сказочная Прага. Красиво, доступно и интересно как детям, так и взрослым. Обширные пляжные программы на экзотических курортах. Есть предложения и для тех, кто предпочитает отдых на родине. Этой зимой появятся вылеты из Нижнего Новгорода в Красную Поляну. С 29 декабря чартерная программа в Сочи. Кому полечиться, кому на горах покататься, либо недели, либо две, пожалуйста. Помню, прошлый год были очень хорошие спецпредложения и по раннему бронированию тоже очень хорошие цены. Что касается курортного лечения, продолжает действовать программа «Открытый юг». В ее рамках крупные санатории предлагают путевки почти вдвое дешевле. Это Бургас, Заполярье и многие другие. Предложение ограничено, поэтому спешите в Bon Voyage, чтобы успеть приобрести поездку в санаторий по суперцене. Но вернемся к Новому году. Зимние каникулы идеальны для того, чтобы провести их всей семьей. Поэтому и туры по стране лучше выбирать такие, которые будут интересны всем. Можно поехать на экскурсионный тур по Золотому кольцу, Великий Устюг. Тот же Санкт-Петербург, несмотря на ветра, он прекрасен всегда. Программ экскурсионных очень-очень много. То есть Ярославль, Кострома, Плёс. То есть программы эти никто не отменял с выездом из Нижнего, с выездом из Москвы. На любой вкус, цвет, кошелек подберем. Вплоть до однодневных туров в Москву. А еще в честь своего 15-летия агентство путешествий Bon Voyage продолжает розыгрыш среди своих подписчиков в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Вы можете стать обладателями чудесных прочнейших чемоданов, фирменных чехлов на багаж и других приятных любому путешественнику подарков. Регистрируйтесь и следите за условиями акции. Турагентство Bon Voyage. Сказочное путешествие вашей мечты. Телефон 305-23. Сайт bonsarov.ru.
С чем в первую очередь ассоциируется лето? Конечно же, с цветами, яркими, свежими, благоухающими. И эти летние нотки могут поднять настроение в любой сезон, даже в разгар грустной осени. Главное – найти в городе место, где создают не просто букеты, а букеты с характером. И мы такое место нашли. Рассказать о любви и дружбе, выразить признательность и уважение, сделать комплимент, поздравить с праздником или просто поднять кому-то настроение. Все это можно сделать с помощью цветов. Главное, чтобы букет был составлен с душой. В творческой мастерской галерее цветов к каждому клиенту относятся с особым вниманием. Выслушают, для какого повода нужен букет, для кого и с каким посланием. И исходя из этого создадут уникальную цветочную композицию, которая никого не оставит равнодушным. Особенно в такую серую хмурую погоду, как сейчас, когда лето ушло и пришла осень, хочется больше красок, жизни, радости. И мы стараемся привозить более экзотические цветы, более яркие, более необычные. В творческой мастерской, вне зависимости от сезона, цветы всегда свежие. Завозят их сюда минимум 2 раза в неделю и тщательно следят за ассортиментом. Одними розами и хризантемами сегодня никого не удивить. Все мечтают о роскошных букетах, которых раньше не получал никто. В любое время года мы всегда можем предложить нашим покупателям не только обычные стандартные цветы, такие как вот роза, хризантема. Они всегда бывают, как правило, у всех. Но и экзотические цветы, более интересных и ярких расцветок, более необычной формы, необычной фактуры. Вот как, например, гортензия, она сейчас очень популярна. Впрочем, какими бы чудесными ни были цветы, это всего лишь растения. В авторские букеты их превращают волшебные руки флористов. Эти мастера в галерее цветов – особая гордость. Флористы постоянно посещают цветочные выставки и форумы, а также мастер-классы и обучающие семинары известных гениев цветочного дела – Рея Галстяна, Натальи Жижко и многих других. Наши флористы, они уникальны хотя бы тем, что они не только выучились, прошли курсы какой-то основы флористики в Москве, какие много уже эти курсы заканчивали, они периодически ездят на дополнительные курсы от разных гениев флористики. Недавно флористы галереи цветов вернулись с выставки «Флора-экспо» и уже готовят для своих клиентов новые сюрпризы. А пока удивляют тематическими букетами. К праздничным датам цветы здесь украшают аксессуарами. Например, ко Дню учителя идеальным будет букет с карандашами или табличкой в виде школьной доски. Делают в творческой мастерской и популярные гастрономические букеты. А еще здесь вам предложат множество сувениров ручной работы. Словом, соберут подарок для любого повода, что называется «под ключ». А постоянных клиентов галереи цветов ждут приятные бонусы. У нас всегда есть система скидок для постоянных клиентов. У нас есть бесплатная доставка для постоянных клиентов. И у нас есть карточки, которые мы выдаем постоянным клиентам. И они являются и скидочными, и накопительными. То есть они берут у нас букеты, и потом копятся баллы, и они могут на эти баллы также взять себе букет. Кстати, если вам нужно оформить помещение к празднику, то вам тоже в галерею цветов. Уровень профессионализма мастеров-флористов и качество сервиса доказаны многочисленными дипломами, в том числе званием «Лучший предприниматель в сфере флористики». Так что, если вы хотите раскрасить серую осень яркими красками для себя и своих близких, вас ждут в творческой мастерской галерея цветов. Флористы встретятся с вами в любое удобное для вас время. Мастерская работает с 8 утра и до 7 вечера, без обеда и выходных. Действует услуга доставки цветов. Творческая мастерская «Галерея цветов», проспект Ленина, 24, телефон 7-66-99. Как бы мы ни любили шопинг, все-таки бегать по всему городу в поисках необходимых для дома и дачи товаров весьма утомительно. Куда приятнее прийти в одно место и сразу приобрести все, что нужно. А если при этом удастся еще и сэкономить, то будет вообще замечательно. Ну а где в одном месте найти все полезные вещи, узнаем сегодня.
абсолютно все, что может пригодиться в хозяйстве. От нитки с иголкой до инструментов, от куска мыла до кухонной мебели вы найдете в хозяйственной лавке «Мой дом». Концепция магазина проста. Чтобы каждый горожанин, столкнувшись с вопросом благоустройства или ремонта своей квартиры или дачи, пришел сюда и нашел все, что ему необходимо. Все товары отсортированы по группам, так что сложностей с поиском того, что нужно именно вам, не возникнет. Бытовая химия, все для бани и ванной, нужные мелочи для прихожей и гостиной, все для кухни, сада, огорода, а еще сувениры, смесители, обогреватели. Перечислить весь ассортимент просто нереально. Если вы чего-то не нашли на полках хозяйственной лавки, это не значит, что вы останетесь без покупки. Любой товар вам привезут на заказ. Ассортимент в каталогах еще шире, чем в наличии. Корпусная, мягкая и детская мебель, брендовая посуда и даже моторные лодки. Доставка от 3 до 7 дней, а цены ощутимо ниже, чем в магазинах, так как в стоимость не закладываются траты на аренду помещений для хранения товара. Таким образом, вы можете сэкономить от 10 до 50%. Самый ходовой товар осени – обогреватели. В хозяйственной лавке «Мой дом» вы найдете обогревательные приборы для любых площадей, для небольшой квартиры или для производственного помещения. А чтобы они дарили не только тепло, но и уют, в «Моем доме» предлагают стильную новинку – обогреватели «Домашний очаг» в виде холста. Он станет ярким акцентом вашего интерьера и, несмотря на свои размеры, быстро нагревается и обогревает все помещение. При покупке от 1000 рублей вы получаете 7% скидку постоянного покупателя, которая будет действовать на весь ассортимент товара. «Мой дом» – это не только хозяйственная лавка, но и клининговая компания. Услуги по уборке помещений она предоставляет уже более 10 лет и берет в свои руки полностью всю заботу об уюте и чистоте вашего дома или предприятия. Квартиры и магазины, производственные помещения, послеремонтная уборка – абсолютно любые площади. «Мой дом» предлагает широчайший спектр услуг по клинингу и новое предложение – помощницы по дому. Кстати, «Мой дом» ждет не только тех, кто ищет товары или помощников по уборке, но и тех, кто ищет работу. Предлагают разные вакансии, приятные условия труда и очень привлекательные зарплаты. Дружелюбный коллектив готов принять всех, кто ответственно относится к работе. Всему научат и подскажут. Комфортные условия труда и достойную оплату гарантируют. Задать вопросы и записаться на собеседование можно по телефону 7-69-58. По этому же номеру вы всегда можете заказать услуги клининга, проконсультироваться по спектру и стоимости этих услуг, а также уточнить ассортимент товаров в хозяйственной лавке. «Мой дом» – все для уюта и чистоты вашего дома, дачи и офиса. Проспект Ленина, 25, телефон 7-69-58. Расставаться с деньгами нужно легко, но помните, только те траты полезны, что приносят нам радость. Следите за нашими эфирами и тратьте ваши деньги с умом. Удачных вам покупок!